Привет всем, привет всем! С вами Лига Music Wars, и время пришло открывать подарки. В общем, все бесплатки, плюс я звезды потратил, немножко рубина, сразу говорю, потратил на подарки, но вот все, что вы видите сейчас у нас на экране. Что же у нас будет? А будет у нас игры разума, игры биосфера. Биосфера у меня 13-я, выпадет одна, ну и хорошо. Не выпадет вообще, ну и пофиг. А вот нефтебабла бы желательно хотя бы немного качнуть. Нефтебабла у нас нефтебабловая. Если два уровня выпадет, прям будет радость. Но я думаю, что выпадет, скорее всего, пятое вот это вот кольцо, короче, уныние. Ну, то есть, как он там, сердце пристрастия, там, душа, короче, землекопа. Ну, в общем, как он там называется-то, этот, сейчас найду, А, да, вот, страсть земли, ой, сердце земли. В общем, как, короче, выдастся радость землекопа, так в обязательном порядке его смотреть. Ну, видос будет коротенький. Почему? Потому что 50 подарков, как вы понимаете, открываются по 10. И сразу игры разума, плюс первое. За 10 подарков, да? За 10 подарков первые игры разума на 30 уровне, да? И еще давай. И еще 10! О, сразу 2! Вот, все! Мне теперь на 30 уровне не грозят ничего. То есть все, все игры разума у нас закончились. Еще. Ох ты, 800 звезд, нифига себе. Ничего я тут себе прям. Игры разума, плюс 3. Еще 3 ринга. Ну ничего так, классненько. Ну и последние... нет, покупать я не хочу. Нет, ребят, вот эти подарки покупать я вот не буду. Я вот, тогда вот так вот. 300 звезд, отлично. Вообще, он 1400 звезд вылетело. 1600 звезд уже. И игры разума. Нет, не угадал. Ну сейчас вот. Или сейчас будет игры разума. Сука, нету. Игры разума нет, звезды есть, короче, игры разума третий вытащим. Так, биосфера. Биосфера я уже показал, 13-я. Так, биосфера, давай. Биосфера! Биосфера! На каждый подарок, если говорить, будет больше шанс. Ну, бесплаток сразу говорю, что тут как бы это... Оу, 14-я есть. 14-я есть. Вообще просто... Итак, что у нас еще? Чё? Ну? Ну? Давай, биосфера! Биосфера, говорю! Биосфера! Биосфера, где? Куда девалась, а? Два же должно выпасть, два, вот. Просто два должно выпасть, два биосфера. Слушай, ну бои валятся зато хорошо. Вот правда, зачем они нужны? Сейчас будут. Вот, все, вторая биосфера, да, все, больше не должно падать. Вообще просто, просто все. Это окончательная, окончательная биосфера. Можно было по 10 открыть. Ну, я не носорог, я не такой богатый на подарки, поэтому вот как-то так. 4 и еще. А, ну все, да, все. И нету больше, да, все. Две биосферы, ну, как я и рассчитывал, короче, все. Больше и не должно вообще падать. Ну и особый подарок, самый дорогой, блин. 20 тысяч звезд в крайнем случае, то есть потрачено. Ну и что же мы получим? А, нифига не получим, да? А, нет, вот появился сразу же сердце земли у нас есть, да? Потом раз и сердце земли. Думаете, что сейчас будет? Хоп, и сердце земли, да? Кто-то тоже выкатил, говорит, нефтебабл ни разу не упал. Зато, типа, это сердце повыпадало. Ну, давай, мне нефтебабл нужен. Второе сердце земли. Блин, где мой нефтебабл? Третье сердце земли. Четвертое. Нефтебабл. Бабл, бабл, бабл. Ну, пятый. Отлично. И все. Все, все, дорогой наш доктор, на этом дроп закончился, да? Все, больше не будет. О, я 12 место занял. 12 место занял. И нефтебабл 15. Блин, еще один бы. А, еще бы один. А, еще один. Давай еще один нефтебабл. Еще один. И сердце земли 6. А? 6. Даже больше, чем зомби стайл. И еще один нефтебабл. Пожалуйста, ну, один еще. Чё?
Лучше три, конечно. Но хотя бы один. Слушай, много выпадает всякой фигни с него, но тут как бы и даже и осталось-то 13. Сейчас еще сердце земли выпадет одно, и все, да? Блин, вот эти вот переходящие, короче, эти... О, звезды первый раз выпали, вообще просто огонь. Ну и один еще нефтебабл. Один. Дай нефтебабла. Дай. Собака. Не будет, короче, нефтебаблу. Блин, так охота 16-го нефтика. Ё-моё. Вообще просто... И сердце земли седьмое, блин. Падла. Сердце земли. Блин, нефтик нужен. Блин, на 16-м уровне. Да вы чё? Ёпа-мать. Хочу изжогу. Хочу изжогу. Хочу больше жизни. Я, конечно, камень-то вытащил седьмой. То есть в инвентаре усиливают характеристики до 150 от текущих. Ну, я уже очень хочу себе это прям как бы, ну, это... Хочу себе. Прям нефтебабла хочу. Один уровень остался, блин. Ну, не жадничайте, дайте нефтебабла, а еще один уровень. Один, ну, еще. Ну, один. Один. Один нефтебабл, один. Давай, нефтебабл. Не везет. Не везет. Нет, я, может, еще куплю пару подарков. Может быть. Ну, по одному, скорее всего. Как говорил в свое время великий человек. Великий человек Александр. Он говорил, что покупайте хотя бы по три подарка, по два в день. И пробуйте их открывать. Возможно, вам подфартит и, возможно, повезет. Ладно, всем спасибо. Седьмая, короче, земелька. И, в общем, нефтебабл, ну, не фартит. В общем, не фартит. Ну, хотя бы так.